Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на планшете Huawei MatePad 10.4 сканировать QR-код. Заходим в камеру. Далее нажимаем вот сюда. И выбираем сканер кодов. Теперь у меня, к сожалению, нет никакого QR-кода. Просто наводим на QR-код и сканируем его. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!